Сегодня на новгородской земле открыт обелиск в память о павших в годы Великой Отечественной в боях за Старую Русу. На одном из плацдармов в селе Медниково тогда сложили головы 1872 бойца. Их имена теперь высечены на гранитной плите, расположенной рядом с мемориалом. На церемонии открытия обелиска, который сооружен при поддержке Военно-исторического общества, присутствовал исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин. И сегодня же в Старой Руси, городе воинской славы, в музее полководцев Победы, открыт зал, посвященный выдающемуся военачальнику, дважды герою Советского Союза, генералу Ивану Черняховскому. Он воевал в тех местах.